В течение двух последних дней в Одинцово были затруднения при движении автотранспорта по Красногорскому шоссе в сторону платной трассы и на улице Новоспортивной. Причина этих сложностей – ремонт на Красногорке сразу двух инспекционных ливневых колодцев. Работы по предписанию госавтоинспекции проводились муниципальным предприятием «Водосток». Дело в том, что чугунные люки опасно играли под колесами автомобилей. В колодцах будет заменена верхняя часть, установлена опорная плита с новым люком. Так как в свое время устанавливались люка без надлежащих плит для большой нагрузки, сегодня мы изменяем эту ситуацию, устанавливая вот именно те дорожные блоки, которые позволяют увеличить срок службы. Мощные бетонные оголовки рассчитаны на десятилетия беспроблемной службы. Сегодня техническое оснащение предприятия позволяет провести весь цикл работ, включая финальную укладку асфальта. Кстати, ямочный ремонт дорожного полотна – еще одно важное направление в работе МУПа. Год назад в распоряжении «Водостока» была всего одна инфракрасная плита, рассчитанная на 1,5 квадратных метра. Сегодня ремонтникам по силам разовая укладка карт до 9 квадратов. По прочности такие термозаплатки не уступают обычному асфальту. На сегодняшний день было выполнено 1500 квадратных метров ямочного ремонта по городу. И у нас предусматривается еще 1400 квадратов выполнить. Тоже будем продолжать до первого снега выполнения работ. Карты, к счастью, здесь могут регулироваться. Мы можем устанавливать три плиты, это у нас 4,5 квадратных метра. На сегодняшний день на базе находятся еще три плиты, то есть у нас уже 9 квадратных метров. В зависимости от необходимости, в зависимости от объема, да, на сегодняшний день мы видим, что у нас тротуар, да, и нам достаточно вот этого объема. Сегодня мы взяли такое количество оборудования. Завтра у нас будет проезжая часть внутриквартальная, серьезно поврежденная. Да, мы, естественно, возьмем больший объем оборудования для того, чтобы выполнять эти работы. Что же касается городской ливневки, то в 2015 году «Водосток» уже капитально отремонтировал 15 ливневых колодцев. До конца года предстоит сделать еще 18. Кратковременные же затруднения в дорожном движении затем с лихвой окупаются безопасностью и комфортом. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».